Every child deserves to feel happy, feel safe, feel loved, and have a home. But in each part of the world, in every country and in every town, there are children who are abused and neglected. I'm Princess Madeleine of Sweden, and my mother founded World Childhood Foundation 14 years ago with a dream to ensure that every child grows up in an environment away from harm and neglect. We are now launching the Thank You campaign to allow each of us the chance to say thank you to the people who made a difference in our own childhood. The people who believed in us, who made us feel loved and safe, the people who got us where we are today. Здравствуйте! Я хочу сказать спасибо своим школьным преподавателям биологии мистеру Ганнеру и мисс Симмонс, которые повлияли на мой выбор профессии и дали мне возможность заниматься вопросами окружающей среды и социальными проблемами в компании Oriflame. Спасибо! Я хочу сказать спасибо своей учительнице Елизавете Николаевне, которая дала мне основные уроки жизни. Благодаря ей мои школьные годы были яркими, насыщенными и запоминающимися. Спасибо! Хочу сказать спасибо своему деду, который научил меня масштабно мыслить. Он вселил в меня уверенность в том, что в жизни возможно все, и я должен следовать за своей мечтой. Для меня это многое значило как в детстве, так и на протяжении всей жизни. Большое спасибо. Спасибо моим старшим братьям, которые научили меня многому в жизни. Спасибо. Хочу сказать спасибо моему папе. Когда я была маленькой, ты всегда помогал мне. Учил мыслить широко, не зацикливаться на мелочах. И неважно, женщина ты или мужчина. Спасибо за то, что ты мой любимый папа, мой соперник, моя опора. Спасибо. Спасибо, Ингрид. В детстве ты показала мне и многим другим, что в одном человеке могут прекрасно уживаться и благородство, и коммерческий талант. Спасибо за то, что ты сделала для всех нас. Сегодня я хотел бы сказать спасибо своему дедушке. С раннего детства он учил меня тому, что все люди равны. Каждому человеку надо отдать должное. Каждому человеку надо относиться с достоинством. Спасибо тебе за это, дедушка. Я хочу сказать спасибо моей жене Тамиле, которая сумела сделать мою жизнь счастливой, которая подарила мне двух прекрасных дочерей, которая сумела открыть для огромного количества людей дверь в мир возможностей. Ее девизом всегда была фраза: «Улыбку взрослого человека можно купить, улыбку ребенка купить невозможно». И мы с вами можем сделать так, чтобы в мире стало больше детских улыбок. Сфотографируйся с флаконом Tenderly Promise и надписью «Спасибо» и выложи его в социальных сетях с хэштегом Oriflame Happy Kids. Покупая туалетную воду Tenderly Promise, ты становишься участником благотворительной акции. С каждой покупки мы делаем взнос во Всемирный детский фонд и приближаемся к нашей цели – собрать более 1 миллиона евро. Твоя поддержка очень важна.